Жаль, что все изобретения, ДНК-тест и прочее, канут в лету после того, как нас, вот, простых белых людей, уничтожат. Мы станем, нашу культуру уничтожат, и все достижения науки, техники, творчества будут сожжены, и будет просто коварство, жестокость. Но, с другой стороны, конечно, ну, просто я смотрел, знаешь, вот, True Crime. Там смотришь True Crime от разных людей. И вот интересно, они, конечно, избегают темы расизма и... Но и прочего. Там всегда одни и те же преступники совершают преступления какое-то. Там просто девушка из Ирана, из Ирака, или откуда, бежала там от смуты, от революции. Высшее образование у нее там это. В научном институте работала в Британии, или где, в США, или еще где-то в Западной Европе. И она просто, все, что ею двигало, это измены, ложь, манипуляции, секс бешеный. И ножом она просто хуярила своих мужей. И их, в кого она была влюблена, она просто забила там абсолютно по-звериному. Гантели и ножом забила конкурентку свою, его жену, чтобы трахаться с этим мужиком. А потом еще и этого своего мужа, чтобы трахаться с любовником. Во время секс-игры просто ножом захуярила. И причем с такой вообще... Это просто не поддается нашему культурному коду и поведения с такой наглостью и сверх охуевшестью. Извиняюсь, я пьяный просто. То есть ты понимаешь, что ну, об этом нельзя говорить, потому что все, что можно ждать, это Они еще удивляются после того, как их ножом захуярят. Я не знаю, этот долбоеб муженек. Она говорила ему, что ее брат придет там. Он шизофреник, типа, и ты должен уйти и скрыть свое, что мы вообще женаты. И он уходил ночевать к друзьям, там, кому, полностью скрывая, что они женаты, и так неоднократно. А потом она его захуярила ножом и вела себя настолько, просто слов не поддается. То есть это просто поразительно, насколько он куколд. Вот это вот типичный такой белый европейский куколд, который пригрел змею. И он даже там сочувствовал ей. Ну, он выжил чудом, благодаря европейской медицине. Его на вертолете доставили в больницу. На вертолете. Ведь действительно, не просто... Вот, казалось бы, вот один деятель какой-то политический наш говорит, что английский язык – это вообще мертвый язык. Нам нужно забыть о нем. Казалось бы, это ужасно, да, но с другой стороны, ведь действительно скоро английский язык просто исчезнет. Это мертвый язык.
Но дело в том, что не только английский язык исчезнет, и еще кое-какой. Ну это ладно. Извиняюсь, точнее, это ужасно. Это не ладно, это ужасно, но он думает, что Китай нам поможет. Ну, возможно. Хотя Китаю не знаю, короче. Нам пиздец. Как и Лил Пипу, как и Андронному Коллайдеру. Эти израильтяне, например, они не парятся, не знаю, я не разбираюсь, но они, видимо, не парятся насчет того, что европейская и американская культура и население исчезает, что скоро их защищать некому будет, союзников у них не останется, как бы. И почему они, если у них есть спецслужбы, которые по всему миру действуют, почему они не предпринимают попыток как-то противостоять? Может, они наоборот специально заселили Европу беженцами для того, чтобы показать, какой пиздец произойдет, чтобы наглядно показать на примере Франции, например. Смотрите, все уничтожено. Как бы. И наконец они скажут: разрешаем белых христиан, разрешаем. Это наши союзники, наконец они скажут, после того, как покажут, как беженцы уничтожат Европу. И после этого евреи скажут: видели, да? Видели, типа. А теперь мы говорим: белые наши союзники, там, не знаю, может, они как-то так скажут, но если они так не скажут и не сделают, то у них не будет союзников, им пиздец. Долбоёбы, блядь. Извиняюсь за быдломат я и поведение, я просто пьяный. Да, вот Таиланд, например, тоже будет захвачен либо Китаем, либо кое-кем еще. Он не будет больше прозападным, проамериканским, под владением американцев. Не будет. Долбоеб Илон Маск, хоть у него и офигенная передача, спросим маски, но он сказал, что он заделал 10 детей разными способами, но какой в этом смысл, в том, что он размножился, если он предрек Великую депрессию в США и все прочее. Какой в этом смысл? Он обрек своих детей, просто наплодил детей, которые будут страдать в будущем. Он сам это, по его словам, дети, которые родились в 2000-х годах, там, сегодня, будут жить в такой нищете, в которой мы даже не знали. В таком ужасе, который мы даже еще не видывали. Хотя, казалось бы, куда еще может быть дальше хуже?